То что? Убрала бы? Разница есть, плюс так. Так же. Ничего не изменилось. Нет. Ну тогда мы договаривались, что, как говорится, маленький уровень, тогда вот, надо глубже залазить. А ну подвигайся, если можно, пошевелись. Ну, ощущения какие-то есть. Что-то хрустеть начал, да? Сюда? Хрустеть что-то начал. Подвигай плечами. Может, время, голову. Нет, ну сюда. Разница что-то поменялась. Юр, с тазом поработал. Сюда вроде как стороны явно видно отсюда. И с левой стороны намного ушло. Попробуйте с тазом заблокировать в области шеи. Зоной поработать. Конечно. В эту сторону вроде легче. Конечно. А вот когда... А, что тоже нет. Уже нормально. Я знаю, время должно просто выдать. Организм должен отработать эти изменения, которые... Ну понятно, что это не волшебная палочка, что взмахнет. Не, ну, как говорится, вариант можно. Сейчас пока чайку там, еще там что-то. Допустим, я бы работал, я бы еще проработал, во-первых, ему связки купола плевры. Потому что они связаны с глубокими сгибателями шеи. Я бы ему посмотрел бы еще крестово горные связки, потому что они тоже могут вносить дисбаланс длинных разгибателей шеи. Здесь бы я еще посмотрел бы, накрой, пожалуйста, еще. У него здесь явно мышечный тяж есть. Нужно найти, чем он, что он компенсирует этим мышечным тяжем. Мышечный тяж он может идти. У него где-то слабость, может быть, вроде и проблема. Потому что, смотрите, молодой, писайте. Теперь смотрите, сядьте, как вам удобно. Ровно шею. Теперь держите, пожалуйста, я буду поворачивать вашу голову влево. Хорошо? Держим. Нет, ровно держите, а я буду ее сюда поворачивать. Сопротивляйтесь не просто. Держим. Сильнее. Как можно сильнее. О. Теперь руки на родину положите, пожалуйста. На руки. Теперь держим. Держим, держим. Сопротивляйтесь. Вот. Начните чуть ниже. Верхний, просто все работает. Верхний. Держать? Просто держите, пожалуйста. Держите. Ну, удержите. Да, держу. Ну, значит, еще где-то здесь есть. Я здесь, вся работа какая? Он же голову все равно вращает после ваших сеансов. Он вниз, вверх. А что, не должен был? Это естественно. Ну, возможно, здесь есть проблема грудины, которая приводит к шее. Туалет потом. Расскажу, как. Не, ну вот разница есть, вот я просто, чтобы... Не, ну вроде, когда опускаю голову, то, что у меня было, оно вроде облегчилось. Сначала, как встал... Сейчас, давай, сходит облегчиться, а потом не скажешь.